Мы приветствуем наших друзей, кто смотрит нас. Мы благодарны Господу, что Господь благословил сегодня день, и у нас сегодня такое прекрасное будет служение. Я думаю, что оно будет очень прекрасное, потому что сегодня собираются наши друзья, собираются норвитяне. Сегодня норвитяне собрались, я думаю, только с нашего побережья, с Тихоокеанского побережья. Вот. Но все же мы приветствуем всех, кто нас будет смотреть на том берегу, в Эстонии, в России. Пусть Господь благословит. Мы очень рады. Эту встречу спонсирует и организовал наш брат Петр. Пусть Господь благословит. Он сейчас кое-что скажет. Да, я очень рад, что мне было такое желание, что мы уже 16 лет не виделись. Как первые иммигранты уехали в Америку, мы почти 16 лет не виделись. И у меня такое загорелось желание вместе встретиться, вместе побыть. И почему-то у меня сердце так расположилось, чтобы мы вместе побыли. И поэтому я всех, всем очень рад, что кто услышал эту весточку и приехал сюда. И мы как бы благодарны всем тем, которые за участие, за все это. Так что я очень рад этому. Вот то, что я мог сказать. Те, кто не приехал, очень сожалеем, что не приехали. Конечно, те, которые не приехали. Хотели бы иметь общение со всеми. Знаете, это... Ой, когда друзья встречаются, это что-то большое. Что-то большое. Так вот. Что? Но я думаю, сегодня будет благословенное послужение. Сегодня у нас присутствует наш пастор Борис с Людой. Потом Яша с Пашей с Ивангорода. Вот. Ленчик, Зайка. Также посетил сегодня, я очень рад встрече с ним. Вот. В общем, очень благословенно сегодня. Уже начало Ну, слушай, перепишут всем, будет всем, я думаю, память интересная всем будет. Да, хорошо, конечно. Всех увидеть. Ну, хорошо, нет, они приехали все. Мои дети все так же. До полгруди это снимают. Так ты ни одного ж меня, то неудобно как-то. Не, ну, это круто плавно хватает. Да, и мы же первые. Да, конечно. Ой, вот так. О, слушай, вот это уже дуло. Это не просто так, это как нашинские там маленькие. Нам все хорошо запомнить. Да? Это уже очень приятно. Для почтенных гостей. Да. Специальная камера. Очень молодцы. Всем. Ну, слушай. Делай весело. Не так на лицо не изменился. Жизнь.
Как бы ехала в Анкурс, а дети. А паблик? Ой, мама. Где-то вместе, а где-то господи. Ай. Вчера прям с вечера позвонил и говорит, не вся разница. Жена заплатит, не говори, пай. Здесь садимся. Да, чтобы нам было хорошо. Посмотри в камеру, дядя, по машине. Хай. Очень рады вас видеть здесь. И сердечно приветствую вас словами Христа. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Настал тот день, когда мы пришли на это место за прошедших для многих из нас более чем 16 лет. Но этот день настал, и мы сегодня, когда на этом месте находимся, но было время, находились в городе Нарва, в Ивангороде, и прославляли нашего Бога там. Сегодня в Америке. Прошло много времени. Я сделал себе пометки, я просто некоторые текст хочу прочитать, чтобы быть более сжатым, более конкретным. Прошло 16 лет, а теперь в этот день мы собрались с разных штатов здесь, имея возможность поделиться Божьими милостями и благословениями, сопровождающими нас в нашей жизни до этого времени. Мы сегодня имеем особую привилегию, имеем гостей. Они здесь с нами, с Эстонии, а также с Ивангорода, с Россией. Мы имеем Бориса, Люду, мы имеем Якова Демчук и Павлика, мы имеем Леонида Зайка,
Мы просим их встать. А где там Леонид? Мы благодарим, что вы могли посетить Орегон, посетить Америку и вот так вместе быть на этом месте. Мы рады за вас. За прошедшие годы много чего произошло. Выросли наши дети, некоторые из наших близких и наших друзей ушли в вечность. Господь за эти годы многих испытывал, многих использовал, многие не переставали молиться за родные места, за пробуждение и за друзей. Многие помогали гуманитарной, материальной помощью, многие поддерживали очаги евангелизации в разных местах бывшего Советского Союза. Это означает, что те, кто оставили родные пределы и теперь живут в Америке, не забыли, откуда приехали, а те, кто остались и не решились уехать, они нужны были Богу там. Господь так определил и положил на их сердце. Бог использует каждого там, где он живет, в этом Божий план, в этом Божья воля. Бог всегда имеет план для всех нас, в общем, для всего своего народа. Потому что мы его дети, искупленные его драгоценной кровью, кровью Иисуса Христа. Он использовал и использует, и не оставлял, и не оставит, и не оставил до сегодняшнего дня. И был благословением для всех нас, где бы мы ни жили. Потому что Божья земля. Очень важно то, что мы избраны Господом, и прощены, и омыты Его кровью. Я коротко прочитаю одно из мест Священного Писания. И мы вкратце встанем и поблагодарим Бога перед тем, как дальше вести наше общение и служение нашему Господу. Писание Ефесянам, послание Ефесянам, апостол Павел говорит так. Так как он избрал нас, в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Предупределил установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, по хвалу славы благодати своей, которым он облагодатствовал нас возлюбленным, которому мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он при изжилке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе. В устранении полноты времен, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом. Действительно, это так. А теперь другое место говорит, во Христе Иисусе, бывшие некогда далекие стали близки кровью Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Мы будем благодарить нашего Бога, что Он провел нас до этого времени. Это очень непонятно, но Бог заботится. И Он вел каждого из нас до этого момента. И я верю, что не оставит тех, которые полностью верили свою жизнь Ему, доверили все Ему, и Он доведет так, как довел тех, которые уже не с нами, они ушли в вечность. Придет время, каждый из нас также уйдет в вечность. А сегодня на этом месте будем благодарить нашего Господа. Встанем на наши ноги. Коротко помолимся перед тем, чтобы Господь дальше благословил нас. Слава Тебе за искупление. Дорогой Иисус, что Ты искупил нас, что Ты омыл нас и назвал сыновьями и дочерями. Слава Тебе! И Господь, Ты дал нам это время и это возможно сейчас, тогда, когда мы можем предстоять пред Тобою и славить Тебя, и благодарить Тебя, и радоваться вместе на этом месте совместно, дорогой Господь. Ибо Ты велик, наполняющий Вселенную, и присутствующий в этом месте моя. 2197. Милости Твоей полна вся земля. Его мы часто перебиваем. Будь Господь благословит, если сейчас поем. Милости Твоей полна вся земля.
прекрасно помнить этих сестер. Они пели не один раз на свадьбах. В частности, я тут слышал, у меня с Наташей. Ну и у вас кто помнит, я думаю, что помнят все. Сестру Валю, сестру Лену и Сталина. На эстонском языке «Суарма Юмал». Пожалуйста, мы уже все петь, правильно? Мы же все знаем эстонский язык. Мы думаем, что наши особенные эстонцы приятны, братья, которые тут сразу их места. Они еще не забыли тот язык. Можете, конечно, что-то помнить, поприветствовать нас. Спасибо. Мир вам, я всех вас люблю. Спасибо, брат Болин. Ну, вы, наверное, этого брата знали, который играл, знаете, который играет на гитаре, да? Это брат Паша, и вы помните, еще его брат Веня был. Они вдвоем всегда так же на свадьбе вместе с сестрами ездили, да, в Эстонии. И, ну, я думаю, вы тоже так же прекрасно помните. Но брата Вени нет, он сейчас живет на Аляске. Думаю, переедет сюда все же скоро. Там был. Господь благословит. Слава Богу! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Богу нашему! Сказать честно, я очень смущен. Может, кто-то думает, что я привык к некоторым таким обстоятельствам. Но сегодня, друзья, это то, что настолько трогает мое сердце. И как-то вот, беседуя с друзьями, общаюсь уже сегодня здесь, и я две недели здесь, на земле,
Я второй раз уже в Америке. И я хотел бы что-то сказать, прежде чем обратиться к проповеди. И вижу вас. И я понимаю, что это не все сегодня здесь, потому что... Добавить его. Да, еще и правнуки, и внуки, и да и те друзья, которые уехали от нас, я даже вижу, что еще не все. Поэтому действительно благословен наш Господь. Что я хотел бы сегодня сказать? Я хотел бы возвратиться, может быть, к не очень таким радостным дням нашего прощения, когда мы прощались, когда мы расставались со всеми. И вы знаете, что во всякой ситуации есть виновники. Во всякой ситуации. Но как бы то ни было, обычно виновным остается кто? И, друзья, вы знаете, что когда многие из вас уезжали, было очень много проблем. Были очень многие разногласия были. Вот. И вы знаете, что цель наша, тех, кто оставался, была только в том, чтобы сохранить мир с теми, кто оставался. Ну, у нас же были там гиганты. Ну, что мы были молодые, там, знаете. Были гиганты, братья, которые на все шли. Для того, чтобы сохранить мир, мы что-то делали. Но, если вы помните, в молитве мы всегда говорили: Господь, храни их в пути, устрой их там на месте. Может, мы не говорили: Господь, благослови, потому что многие были против сказать это слово, благословляю. Но все-таки в молитве, как-то желая сохранить мир, вот, часто я молился и говорил: Господь, храни их в пути, там на месте устрой. И поэтому, прежде чем что-то говорить, я хотел бы сказать: если кто-то что-то имеет на меня, простите. Простите. Вот. А та обстановка, которая была в Нальме, вы знаете ее. Вы ее, уезжая, знали, кто был против, хотя они уже здесь. Вот. Они уже здесь. Да, они еще первые уехали. Поэтому я подаю пример, может, чтобы и они когда-то покаялись. Пусть Господь благословит, друзья, в том, чтобы действительно... Почему я сказал эти слова? Вы очень хорошо помните, и мы все помним то Слово Божье, которое говорит нам: имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Когда человек теряет мир, когда человек теряет святость, признак его служения и признак его жизни, он ищет всегда что-то новое. А Бог говорит: остановитесь. Да? Рассмотритесь. И что сделаете? Найдите путь древний и по нему идите, и найдете покой душа ваша. Друзья, все эти новые пути, которые сегодня здесь у вас, там где-то у нас проявляются, это не пути от Господа. Почему? Потому что они вне церкви. Все, что вне церкви, это не есть от Господа. И этот путь, который нам сегодня предает Господь, иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа, это лично наше стремление. Лично каждого сидящего здесь. Где бы вы ни были, друзья, в Эстонии, в Америке, где кто сегодня здесь живет на этой земле, это очень важно в нашей жизни. Но предполагать, что мы сами по себе можем устроить этот путь, мы сами по себе можем быть независимы от Господа и устроить покой на этой земле и мир, или основание этого мира, конечно, мы понимаем, что у Господа есть высокий стандарт той святости. И Он никогда не опустится к нашему стандарту. Он никогда свой стандарт не сделает ниже по нашему уровню, по нашему пониманию, по нашему согласию. И поэтому первое, что я хотел бы сегодня сказать, чтобы каждый из нас мог понимать ту святость, которую имеет Бог. И второе, друзья мои, и это никогда не забывать. И второе, это иметь тот мир, на котором основан мир Божий и мир каждого христианина. И это то,
о чем я хотел бы сегодня немножечко говорить, немножечко себе сказать и каждому сидящему здесь. Я еще раз повторюсь, друзья, это первое. Мы никогда не должны забывать Божьей святости. Почему? Потому что мы должны войти в эту святость. Мы должны войти в это благословение. И несмотря на наше положение, несмотря на наш характер, несмотря на наши обстоятельства, каждого из нас должно быть твердое основание Божье, чтобы нам покоиться в общении с Богом и иметь под мир во святилище. А мы знаем, как входили во святилище. И там стоят эти весы Божьей святости. Итак, для того, чтобы нам познать эту высоту Божьей святости, нам нужно всегда пребывать в святилище. Вы помните мужа Божьего, который сказал такие слова, едва ли не пошатнулся, едва ли не упал, я позавидовал. И он еще что-то там перечисляет и говорит, я был как скот, я был неразумен. До каких пор? Пока не вошел во святилище. Что это значит, дорогие? Пока не вошел в присутствие Бога. И тогда, когда он вошел в присутствие Бога, он был взвешен. И он увидел, друзья мои дорогие, то, что то понимание, которое в нем было, тот уровень, который он, друзья, достиг, он намного ниже Божьего уровня. Он намного ниже того понимания. Итак, в Новом Завете мы читаем то право, где апостол Павел говорит, итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Итак, дорогие, мы сегодня имеем это право каждый раз вставать на эти весы. Вставать каждый раз при лице Бога. Каждый раз представить себя Богу. Слово Божие говорит, итак, братья, представьте тела ваши, сестры та же, представьте тела ваши. То есть выставьте себя. Выставьте в себя Богу и покажите, что вы желаете служить Господу. Вы желаете славить Господа. Вы желаете повиноваться Господу. Вы желаете быть в присутствии Бога. И когда Бог видит это желание, дорогие мои, Он поможет нам в нашей жизни. Он поможет нашим сердцем. Я читаю даже то место Писания, которое читал брат Валера. Я боялся, но неужели он сейчас все прочитает? Нет, оказывается, он для меня оставил. Это послание Ефесянам, 1 глава, где Слово Божие говорит так. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Дорогие братья, дорогие сестры, молодежь, дети, как важно, когда мы сегодня понимаем, что эти слова относятся к нам, живущим здесь, в Америке, живущим в Эстонии, святым и верным. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, благословивший нас во Христе мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Царь Бога, чтобы были святы, дорогие, я хочу сказать, что часто в нашей жизни, когда говоришь о святости, то грешник никогда этому не радуется. Вы заметили, что есть люди, которые стремятся к святости. Они любят говорить о святости. И когда они говорят о святости, их жизнь, она как-то движется к святости. Но есть христиане, которые говорят, Бог милостив, а Бог, Он любящий Бог. В Нем есть благословение, в Нем есть благодать, в Нем есть милосердие. И если вы начнете понимать смысл этого человека, то вы понимаете, что это исходит не от Божьей святости, это исходит от сердца человека, который и дальше хочет жить во грехе. Да, друзья мои дорогие? Дальше хочет жить во грехе, потому что когда начинаешь говорить о святой жизни, когда начинаешь говорить о святости Бога, то обычно эти люди говорят, ну Бог же милостив, ну Бог же любящий, ну Бог же прощающий, ну Бог же милосердный. И это говорит о том, что человек желает защитить свои права. И не войти во святилище, не стать на весы. Но святые мужи Божьи, они говорили о том, что они всегда славят и память о святыне Господней. Что это за люди? Это люди, когда всегда вспоминают то чудное Божье благословение, они стремятся к Нему, они ищут Его, они радуются присутствию Бога. И постоянно в своей жизни они каждый день
каждый шаг свое существование здесь на земле, они, друзья дорогие, направляют свои мысли к Богу. И поэтому мне сегодня радостно, когда я вижу друзей в церкви. Мне очень радостно, когда я вижу сегодня наших норвитян. Простите, что я буду так говорить, потому что, зная их жизнь, я думаю, что, конечно, есть многие вещи, и я уже исследовал эти вопросы, когда к нам приходят слухи, да, я вижу, что где-то 80% нужно, ну, отсеивать. Когда к вам приходят слухи, сделайте так же, поступите правильно. Вот. Почему? Потому что промежуток времени большой, да, километры большие. И знаете, оно имеет такую тенденцию, ну, наращивать. Наращивает. Когда-то, еще много лет назад, когда один пастор дает наставление молодым братьям, как проповедовать, как решать вопросы в церкви. И он поставил, там было 40 человек, он их поставил. И первому тихонечко дал прочитать записочку. В этой записке было написано: «Моя жена пошла в магазин. Она имела такую-то сумочку и такое платье». Прочитал? Прочитал. А теперь тихонечко на ухо скажи каждому. И вот один, другому, третьему. А сороковой должен был сказать вслух. И, в общем, жену чуть ли не раздели. Значит, и столько там уже, значит, он говорит: слушай, к первому, а ну-ка скажи, что ты говорил первому, то есть второму. Тот сказал: вот смотрите, 40 человек только. А какая разница? Поэтому примите наставление. И говорит: никогда не решайте вопросы по слухам. Никогда не решайте. И не делайте своего мнения по слухам. А как хорошо, когда можно встретиться и вместе побеседовать, вместе поговорить. И поэтому для меня сегодня есть радость. Какая? Тот вопрос, который однажды решался на небе, еще когда не было ни одной пылинки на этой земле, еще эта вселенная не имела ничего. Но Слово Божие говорит: мы во Христе Иисусе уже были на небесах. Слава Богу! Это прекрасно. И я вижу, друзья, что те, кто сегодня в этом приняли это чудное Божье благословение, и я знаю, что все рады. Но вы знаете, я очень радуюсь, когда встречаюсь с норвитянами, и мы говорим: как вы живете? Слава Господу! Слава Господу! Как ваша духовная жизнь? Ищем лучшего, стремимся к Господу. И поэтому пусть Господь вас благословит, пусть Господь укрепит ваши сердца, пусть Господь поможет во вашей жизни. Почему? Вы знаете, когда мы читаем о Христе Иисусе, то написано, что на нем Бог положил печать. В чем эта печать? Эта печать была в том, что дважды Он сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Дальше, когда мы читаем Слово Божие, оно также говорит нам, что и мы, христиане, имеем печать. Какую печать? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Слава Богу нашему! Итак, дорогие, мы имеем печать. Христос имел печать, мы имеем печать. Почему все это так? Потому что Бог настолько превознес своего Сына, настолько возвеличил Его, что однажды сказал такие слова: «Если кто не будет любить Господа и Иисуса Христа», мы сегодня говорили, анафема, маранафа, то есть «да будет проклят Господь грядет». То есть, если кто не любит Господа, если кто не любит Господа. Итак, дорогие, мы имеем сегодня полные основания понимать эту печать, понимать, друзья дорогие, и различать в жизни нашей, кто имеет эту печать. И Господь дал нам сегодня это четкое разумение –